Всем привет! Сегодня хочу показать вам кокошник ручной работы, который я вышила на фетре. Изначально даже не знала, как поступиться к этой работе, но вышивала я его на тонком фетре. В конце покажу этапы работы, сейчас пока посмотрим на него с разных сторон. Вышит он полностью из бисера, бусин, пришивные кристаллы. Изнаночная сторона — это эко-кожа или кожза. Пришита точно так же, как и на брошах. Обработан край бисером. Ленты атласные, также краешки обработаны бисером. Выполняла я кокошник изначально на фетре, вышивала на тонком. Затем у меня был трафарет. Я вырезала из картона форму для кокошника. Потом укрепила немножко картон более плотным. Сверху приложила фетр. Обшила. Укрепила картоном. И уже аккуратненько приклеила эко-кожу. И обшила все это бисером. Форма может быть абсолютно любой. Мне показалось, что такой классический вариант будет интереснее смотреться. Нежный кокошник бежево-белых бусин. Вышивала бусинами я чешскими. Есть там и китайские, конечно, немножко бусинки. Вот посмотрите с разных сторон на него. Немножко мне не понравилась кожа, надо было взять поплотнее, потому что видны небольшие неровности. Вообще кокошник держит очень хорошо форму. Сейчас вот я вам показываю этапы моей работы. Это тонкий фетр белого цвета, на нем я вышивала, пришивала каждые бусинки. Сначала пришила кристаллы, затем остальную часть бусин. Вот уже работа почти выполнена, то есть основную часть работы. Затем фетр приклеила к картону, укрепила дополнительной прослойкой толстого плотного картона, приклеила эко-кожу, обработала край бисером, вставила ленточки, также их обшила бисером. Все, кокошник закончен. Надеюсь, вам было интересно. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем хочу продолжить снимать видео-мастер-класс уже, как я вышиваю кокошник и броши. Пока-пока!